продолжение темы. Только за прошедшие 3 месяца текущего года по факту мошенничества в округе возбуждено 83 уголовных дела. Из них 25 случаев – это телефонные звонки от злоумышленников. В 2016-м зарегистрировано 104 подобных происшествия. Почти половина из них связана с телефонными сообщениями о якобы криминальных историях с родственниками. Если же вы стали жертвами злоумышленников, вам необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции, либо 02. Если было произведено снятие денежных средств с ваших банковских карт, попросить выписку, обратиться в отделение банка, где находится расчетный счет ваш, с выпиской о списании денежных средств и предоставить его в правоохранительные органы. Чем быстрее потерпевшие это могут сделать, тем выше вероятность раскрытия преступления и принятие мер к возмещению ущерба. Только собственная бдительность может помочь человеку не стать жертвой мошенников.